В США подходит к концу избирательная кампания перед промежуточными выборами в Конгресс. Президент Дональд Трамп, который агитирует за республиканскую партию, и бывший глава государства, демократ Барак Обама, продолжили заочную полемику по вопросам от здравоохранения до миграционного кризиса. Трамп был вынужден, в частности, ответить на критику его решения усилить военное присутствие на границе с Мексикой в ожидании каравана мигрантов из Центральной Америки. Я не говорил стрелять, не говорил, но как они поступают с нами? Они попадут за решетку надолго. Трамп и Обама выступали во Флориде, где одновременно с парламентариями будут выбирать губернатора штата. Выступление Обамы пытался сорвать один из зрителей, что спровоцировало очередной выпад бывшего президента против сторонников Трампа. Почему эти ребята, выиграв выборы, все время такие раздраженные? Это любопытный вопрос. Когда я, например, стал президентом, по крайней мере, мне самому было очень даже неплохо. Тем временем Твиттер объявил о продолжении борьбы с попытками повлиять на выборы в социальных сетях. Администрация сервиса сообщила, что удалила около 10 тысяч аккаунтов за призывы бойкотировать голосование. Промежуточные выборы в Конгресс США назначены на 6 октября. По итогам голосования должен быть обновлен состав Палаты представителей и должны быть назначены 35 сенаторов.